Если речь идет о King of the Streets, то я не считаю это спортом, это просто уличная драка. И я считаю, что если ты дерешься на улице, такая драка и должна быть. Если я буду драться на улице, я буду выкалывать глаза, я буду откусывать уши, я буду пинать в пах. В первую очередь я буду туда пинать. Мне поебать вообще, потому что уличная драка не существует, в ней не существует правил. В ней нет спорта, в ней нету, блядь, там, вот этих всяких там чести, достоинства там, и так далее. Мне поебать вообще. Ты применяешь агрессию и насилие ко мне на улице. Я вообще не понимаю, что у тебя там в голове может быть там и так далее. Поэтому либо ты, либо, блядь, меня нахуй. Вот. А спасибо за поздравление. Не считаю это спортом и не хотел бы там участвовать. От слова совсем. Но это жестко. Опять же, да, смотри, как работает окно Эвертона. Вот у нас спортом сейчас считается кулачный бой. Бой без перчаток. Ребят, если вы далеки от вообще от бэр-накл, блядь, то я вам объясню. Бой в перчатках и бой без перчаток — это две, блядь, разные вселенные вообще нахуй. Вот, и... А раньше бы вот мои там, не знаю, знакомые, которым там 60-70 лет, они бы сказали, это что вообще такое? Это, блядь, просто какой-то, ну, гладиаторские бои какие-то, блядь, ну, это ненормально, это не спорт, в этом спорта нет. Сейчас это уже спорт, да? Но для нас, блядь, вот эти King of the Streets, нахуй, где выкалывают друг другу глаза и откусывают уши, нахуй, это пока не спорт. Ну, кто знает, ребят. Может быть, это когда-нибудь будет спортом, вот тебе окно Эвертона, нахуй.